Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей и друзья Сергей, Денис. И всем мы привет. Пытаемся выжить, выполнить норму. Но поскольку мы в прошлый раз ее не выполнили, то все плохо. У нас новая норма. У нас новая норма. Давай куда-нибудь вообще по жести. По жести? Да. Можем в дождь, можем в эклипс. Давай. Куда не полетим, везде по жести. Давай эклипс. Эклипс — это жесть сразу. А то дождь — это слишком рандомная фигня. Ну, точнее. О, Марч, тем более Марч — хорошая территория. Закупаться будет. Закупаться там фонарики, порталы. Да, да, да. Закупаться. Есть. Но... Закупиться лопатами, просто пойти бить собак. Хороший план. Собаку. Ну давай, лопату и фонарик. Собаку можно убить за 12 ударов лопаты. Два фонарика. Собаку? Да. Обычную? Ну, такую слепую. Офигеть. Слепую. Я купил один фонарик и одну лопату. Супер. Сергей, отправляй что... Отправляй нас, Андрюха. Ага, что ты хочешь, Сергей? Два фонаря он хотел. Я думал, что мы можем... Сергей, не знаю, что ты хотел, Сергей, но ты получишь собаку сейчас. Как ты о себе выражаешься? Ну что, мы вдвоем идем, а ты потом принесешь там вещи? Что? Ты кому? Ты кому? Тебе. Денис, хорошо. Что, я уже вперед побежал. А, ты вперед? Ну тогда, Сергей, все на тебе. Ладно, если меня не попадет, то тебя. Нормально все с тобой будет. Ух, я бежал прям. Хорошо. Так. Да, я тут. Красная сода. Тут что-нибудь есть? Ничего. Ничего, ничего. Так. Люблю вот это помещение со шкафами. Совершенно пустыми. Драматизм набираться. О, на свету-то должно быть полегче. Надеюсь, они там живы. Так. Сергей. Лопату кому дать? Ну, не мне. Денис, ты там живой? Сейчас такой Денис раз и все, и валяется мертвый. Денис! Денис! Шоу. Лопату хочешь? Нет, зачем? У меня есть вот это. О, ты вооружен. Да. Так, там все уже? Нет, не все, там много чего, но меня задолбали звуки, поэтому я пошел оттуда. А, понимаю. Тут еще и пар. Да, поэтому я закрыл там дверь и не пошел туда. Локт. Там... О, могу открыть, если локт. Давай. Еще. Все еще пар. Что-то так темно-то, это из-за этого тупого пара. Так, парочку предметов я там вынес. О, любимое помещение. Только не падаем. Да. Здоровое предложение. Давайте его придерживаться. Вот вроде бы что-то должно быть. О,
я чувствовал. Бутылочки. Пиво. 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 И тупик. Тупик. А где у нас Серега? А вот он потерялся. Он любит теряться в этом помещении. Но я вижу его фонарик. Нашел, светил. Терпи наш. Молодец. Бутылки. А, хорош. Блин, я не могу ее подобрать. Может, я пока... Давай, сделай. Этот тупичок. Что вы там ищете? Шестерню. О, V-Type Engine. А почему вы этот V-Type Engine бросили? Ребята? 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 Куда вы ушли? Мы в черный ход. Давай, давай к нам. А почему двигатель там бросили? Ну, Серега. Сейчас. Сейчас. Сергей, аккуратнее только. Уходим? Так, тут... У меня почти все забито. И тут еще один двигатель. А-а-а. Так, там что-то движется. Собака, походу. Движок возьмешь? Ну, как минимум. Сергей! Я иду тебе навстречу. Там за тобой что-то топает. Надо валить. Так. Пиво цене. Стой, тихо, аккуратно. У нас там гигант ходит. Видишь его? Слышу. А, это Серега? А я его вижу, он на горе. Выключи фонарик. Ага. А где наш лодка? Так. Да вот хрен его знает. Наверное, там, где гигант ходит. Ой, да, я его вижу. Главное, чтобы не он нас. Он оглядывается. Походу он заметил кого-то. Меня, наверное. Как бы тебя обойти-то, а? Жук такой. Куда теперь? Блин, я еще к одному черному выходу вышел. Нафига мне это? А, хорошо, сюда. Я не помню, я выносил что-нибудь на главный выход. Взял и поволок.
Ну, кого-то там точно съехали, потому что двигатель валялся пустой. Но кто-то дошел. Кто ты? Быстрее! Я. Походу его сожрали. Да, там. О, тут еще красная точка ходит. Закрывай, закрывай дверь. Да полетели. Телепорта там у нас нет. Да. Дверь закрывать не обязательно все. В общем-то. Я принес все, что мог. Я тоже. Если бы я знал, что никому не нужна лопата, я бы не стал ее с собой таскать. Хотя из мелочевки, по-моему, там ничего не было. Почему я опять самый ленивый? Черт бы их побрал. Ты молодцы, парни. Я пожертвовал собой, вот зато вы смогли. Понимаю. Понимаю. Я так посмотрел, тебя, видимо, сожрал гигант, потому что ты его... Да, да, он за мной сразу же погнался, и мне уже не было особо смысла. Интересно, есть я еще кричал вам, что меня съели, приятного аппетита и так далее. Я уже не слышал, я уже корабль нашел к тому времени. Нифига себе, ты, я там пошел куда-то криво искать, а ты что, напрямую через гиганта пролетел? Да. Нет, я пошел по левой стороне, поднялся на горочку и сканированием нашел, где находится наш корабль. Туда пошел. Ну, короче, Серега вообще молодец. Он, когда он уже добрался до корабля, ты еще бродил вокруг черного хода. Ну, да, я в один черный ход, потом второй черный ход, потом вещи свои забрал. Мы полетели на офенс. А что там? Я решил не возвращаться. Ничего. А в марче? Туман. Можем в марч. А, ну давайте по жести. Да. Это был эклипс, полетели в туман. Угу. Че, мы марч что, не знаем? Марч это почти наша родная планета, как говорится. Так, Сергей, лопату у тебя фонарик? Лопату хотите, берите, хотите. Да вот. Я взял. Фонарик у меня. У нас был только один фонарик купить, да? Да. Да? Не да, знаю, я второй да, фонарик. Да, один нашел. Фонарик, одна лопата. На больше нас не хватает. Оу. Вау. А где? Так, вот это вот. Где, на... что, где? Куда Серега-то пошел? В туман. Аккуратно. Сергей, включи аккуратно. Свет. Впереди озеро, помните? Включай. Нихрена не видно. Я говорил, что... Так, смотрите, главное под ноги. Нам правее нужно, а то озеро... Помним, да? Можем в озеро нырнуть. Помню. Вот я вроде дошел до кромки озера, иду вдоль него. О, я вижу... Так, кромка. Не отпускаю ее. Интересный, конечно, туман. Видно на метр вперед. Вы идете за мной? Ну да. Так. Главный вход. О, вижу главный вход. Угу. Горки, горки. А то, что назад вернемся, это спасибо чугуевским подтяжкам. Ха! О. По-моему, чудесно. Да. О, болты. Железо. Дай мне железяку, я их вынесу сразу. На вход. Кто выживет, тот заберет. Ты. Да я могу с легкостью оступиться, поскользнуться, упасть, потерять сознание. Да такие это... посмотрели в две стороны и пошли в разные стороны. Блин, мега склад, а ничего нет. Сергей, скажи что-нибудь веселенькое. Что-нибудь веселенькое. Блин. Классика. Угу. О, это жук. Жук-тусовщик. Ладно, не пойдем. Раз. Не будем его. Сергей, у тебя же фонарик есть. Почему я иду без фонарика? Зато ты идешь лопатой.
Вернее, вперед лопаты. Я, как говорится, ловлю на себя. Принимаю удар. Удар на себя. Ух. Ух. Такое ощущение, что на Серёжу что-то свалилось, и он издал нечленораздельный звук. Да. Это что было? Не знаю, что это было. Ты что-то слышал? Может, ты слышал жука-тусовщика? Я слышу периодически треск от Сереги. Так, жук-тусовщик. Здравствуй, жук-тусовщик. Хочешь его убить? Что там с ним? О, у него ключ. Будем его бить или просто отпустим? Блин, он разозлился. Ну и что? Взял ключ, чтобы вас не беспокоить. Но он как бы родился и умер. Да, нормально. Там был еще один жук-тусовщик. Так, еще один злой летит. Блин. Сергей, не убегай. Легко сказать, я сейчас умру. Я кокса надежу. Я вообще прям свечусь красным. Ну, я о, турель. Так, я налево прошу. Ну, вы там живы? Живы. Сергей. Вот, знаешь, почему тут так темно? Это потому что туман? Я не понял. Где темно? Нормально? Не, ну тут вообще никакого светлого помещения ни единого нет. Везде вырублен свет. Ну, хорошо. Видишь, лампа над нами. Ну, но она не светит. Как не светит? Светит. В смысле светит? Я иду. Нормально, в Нормально, яркий свет. Куда пойдем? Сюда? О, черный ход. Может, это... Черный ход. Тупик. Двери. Давайте так. Если у вас что-то есть, я возьму, дам тебе фонарик, и я пойду обратно на экран. Давай, Сергей. Вон, в Андрюхе тут есть всякое разное. У меня есть только один примет. И ключик. Да, ты фонарик дал мне? Дай мне фонарик. Да, держи вот. Ну, пошел. Тут давай. Это собака. Вижу. Будем ее бить? Да я умру сейчас. Давай, бей ее, бей. Пока она не разогналась. Готово. Готово. Там еще одна. О, еще одна. Подходи к ней, пока не разогналась. Бей ее. Бей. Надеюсь, он справился. Фонарик там во мне. Такой труп такой на в сторону. А, ну он решил спасти меня. Теперь я пойду. Нет. Он умрет. Тут без этого-то было непонятно, как выходить из двери без тумана. А как он отсюда выйдет? Ну, может быть, гигант его не увидит просто. Пытаться вернуться. А, ты есть ли смысл? Ну вот черный ход, или ты вышел и там понял, что плохо все. Сергей такие вещи не беспокоит. А фиг ли там уже титан-то ходит? Приключения Сергея. Эксклюзив. Сейчас мы, наверное, увидим, как его поедают. Нет, он идет к нему. Он идет к нему. Сергей бежит. Смотрите как. Сергей, я прям заснял, как ты убегал. Ой-ой-ой. А, похоже, Дениса примут на в гости. Смотрим ему за спину. Потому что там я будут... реально там не знал, куда идти, и шаги сам. Да, я понимаю. Когда ты рискнул через черный ход, я тут из главного-то входа не рискнул бы выходить. Тем временем Денис не знает, как
вытащить мое тело. На нас две собаки, Сергей, вышли, слепых так. таких. И мы их, в принципе, убили одну, но о, вторая... Он нашел выход. Он ну нашел что, выход. Повезет мне? Ага. Бросай. Он фонарик подобрал? Он подобрал фонарик. Это хорошо. Там, как бы я болты всякие бросил. И железяку. Ну что, будем надеяться, что справится. Давай, Денис сейчас затащит. И что, шаги были не... Просто я даже вот камеры не вижу края. Я тоже. Хотя, знаешь, я, по-моему, был на краю. Помнишь, где туман такой, да, стеночкой был? Ну да, ты был возле... Здесь я был на краю. Ты был где-то там на краю, ну, в смысле, у горах. Не, ну, вроде бы ему есть куда идти. Вроде он там... что-то делает с своим телом, мне уже страшно. Не знаю, куда-то руку пытается просунуть. Это не мое тело. Засовывает контрабанду. Блин, он слишком, по-моему, правее берет. Ему надо просто выйти на озеро, а потом это... Ой. Он слышит это. Я даже с камером не мог найти свой корабль. Ой. Так что, далеко было. Да... И главное, великану плевать. О! А, он вернулся назад, но сделал кругаля. Денис. Помирать-то неохота. Выходишь в дверь и идешь вперед. Слышишь? Я бы тебя бросил. Че? Отдай жуку тусовщика мое тело. Не-не-не. Выжил. Отдай же кутусовщика мое тело, пускай он его тащит. Не, я считаю, тело можно бросить, у нас и так немало денег. Да-да-да, тело можно бросить, я согласен. Оно еще весит наверняка, да? Нафига. Блин, великан... Наверх нужно идти. К нему идет? Ага. Он тут куда-то... Ну, походу, он ходит как раз на бережку вот между... кораблем и да. Денисом. Так, ну вроде бы он... Все, он идет прямо на него. О, если посмотреть как-то вверх, то можно чуть-чуть видеть. Да, туман становится такой. О, я вижу гиганта, смотри впереди. Гигант смотрит на него и идет к нему. Да, я тоже вижу. Я, скорее всего, там и был. Но он пока идет, пока он его не видит. Развернулся и пошел дальше. А, автопилот, это не мы. Или, ну, не мы же. Не мы. Ну, я не голосовал. Беги, бросай тело и беги. Я, скорее всего, там черный ход и вышел, скорее всего, есть. Смотри, не... Может быть, великан тоже в тумане нифига не видит. Прям возле него прошел. Иди вперед, Денис. Меня он, кстати, заметил, великан. Может ты. Черти что. Блин, он возле главного входа стоит все еще. Да, ну уже все, он не успеет. Да, я понятно. Это я на гору, что ли, забрался? Он слишком много крутился. Надо было просто выходить и идти прямо до озера. Просто шажками до озера, пока обвал не увидит. Да. Надо ему правее, вот и вот туда, вот направо идти. Как я мог пойти налево, когда мне нужно было идти направо? Вот. Или что это? Как это? Слишком много вращался и в итоге потерялся. Ну я, наверное... Кыш пошла, кыш. Так, я великана не чувствую. Он там где? Все, пилот улетел. Отчаянно. Денис, короче, тело можно было отдать жуку-тусовщика, я бы с ними тусовался. А ты как... что? Ну, просто, чтобы тебе было ты легче. Ты видел, какая темнота там? Я видел, какая темнота, невозможно ничего увидеть. Поэтому, когда выходил через черный ход, Сергей, я думаю, нет, это была плохая идея. А вот так... Да как... я вышел, смотрю, слышу топот такой, ну, понятно. Меня сожрал тоже гигант.
Меня-то не сажал никто, я остался просто. Да, Денис, я выжил. Денис, я думаю, если бы ты просто попробовал выйти, как вот вышел вперед от двери и пошел бы вперед до озера, до края, а потом вдоль него как бы... Очень тяжело было. Я в какой-то момент пытался идти вперед, и вроде как левее, я понял, что гигант меня не видит из-за этого тумана. Он буквально прошел в шаге от тебя. В шаге от тебя прошел. Я повернулся, короче, и я понимаю, что я не понимаю, куда я иду. Потому что вроде бы здание должно оставаться как бы с одной стороны от меня, а я его вижу с другой стороны, и я такой, проклятие. Так получилось, я понимаю, там вообще это был не туман, это был сатанизм какой-то. Ладно, спускаемся тогда. Спускаемся, ну и у нас один день. А, куда спускаемся? На марч. У нас один день, чтобы 130 монет набрать. В Рейн, в дождь. В Рейн? Ага, то есть там может быть... Не-не, показалось. Показалось. Констант Рейн. Может, тут изначально такая туманная территория, поэтому тут из-за этого нифига не видно, когда туман. Да, фиг его знает. Казалось бы, вот просто пройти и все. Зато, знаешь, я увидел, как Сергей убегал от гиганта, просто вот тоже, он на всю стамину бежал, а гигант за ним бежал, то есть вот буквально остановится и умрет. Но вот он и остановился и умер. Понятно. Ну, честно я сказать, он... Направо. Может, что-то есть. Давай, уже. Сергей, я пойду с тобой. Дай-ка. Вынеси ее на вход. Турель! Сергей, сюда не ходи. Сюда не ходи, Сергей. Не ходи сюда, турель здесь. Вижу. Там тем более... Там что-нибудь есть хотя бы? Нету ничего. Я бы задолбал это шипение. А, ты потому что один ходишь? Или ты про какой шипение? О, тут пар. Где-то. Блин, почему у меня тут такая темень, что я прям... Не, здесь тупик. Он тут пара там где-то за соседней клеткой, поэтому... Что вы там? Что-то воруют друг у друга. У нас там уже вещей на человека. А, да. Андрюха, ты да. Вытащил... Да, а у меня лампочки все равно не работают. Вы можете идти, это самое. Сергей, иди выноси. Денис? А? Сергей, иди вынос, таскай мусор. Сейчас. Да я ключ отдам, отдай мне. Мне нужнее. Где ладно, Денис? Мусор, так мусор. Так, что это был за крик такой Дениса? Денис, скажи, что ты живой. Денис? 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 Может, он спрыгнул вниз и как бы... О, там светлый... Блин, если светлая комната, значит, там может быть брекен этот... Дурацкий. Ну, мы технически мы уже набрали. Интересно, то, что у меня свет не работает, это баг или фишка? Блин, это долбанный коридор с турелью. Ну, походу, его забрали. Что, только прыгать? Не хочу прыгать. Так, 80, 54, 60... Ой, да... В пень просто. О, тут еще... О, все, я полностью заряжен. Денис, если ты видишь меня, мы улетаем, когда я верну это все дело. Я возвращаюсь. Денис там где? Живой, мертвый? Сергей? Не знаю, не смотрел даже. Тогда пошли домой, или ты хочешь поисследовать? Что? Пошли домой, или ты хочешь поисследовать? Думаю, поисследовать.
поисследуешь потом. Как говорится, все освещение в этих штуках. Знаешь, когда я лампу выдергивал, лампы загорелись, чтобы потухнуть. А у тебя там где-нибудь горел свет? А, Сергей? Нет. Ну, было в каком-нибудь складе. Не, у меня только у этого, у Бракина в комнатушке свет горел. Ну, что могу сказать? Скорее всего, он мертв. Чем жив? Мне кажется, он сковырнулся куда-то. Да, он сковырнулся. Улетай. Скорее всего. Я слышал его такой... Такой крик, и как бы все. Зато я ключ достал. Богатый Буратино. По крайней мере, на последней планете собрали достаточно, чтобы не улететь в космос. Да, да. Все так. И сейчас такой пропавший. 307. Я для того и кричал, чтобы ты услышал меня. Угу. Потому что я прыгал в одну сторону, когда прыгал обратно, я сковырнулся. Четыре монеты. О, вы загрузились? Ждите. Кто спер? Андрей. Что спер? Я вообще пустой. У меня аж в руках что? А где это? А она уже там приземлилась. Видимо, жди, пока она появится. Или что? Лампу. Лампа? А где лампа? Какая лампа? Аппаратус этот. Какой аппаратус? Ну, лампа. Да прикол, что он был здесь. Вы бросали его, видимо, пока я тут запускался, залетался, и все. Денис, ну, все. А, вот она. Господи. В стене. Кто ее в стенку положил? Сергей. Согласись, такое новое, чтобы он в стенке застрял. Да. Ну, может новое, может старое. Зато я знаю, где твое тело прятать, если что. В стенке? В стенке. Что нам нужно? Вот нам здесь нужны фонарики. Аппаратус 80-ку стоит. Самое выгодное. Ну, покупайте фонарики и лопату. Так, два фонарика, одна лопата. Что еще? Кто-нибудь принимай? Сергей, иди принимай подарки, а то они улетят без нас. Так, сторы. Забган, джетпак. Падает. Спрей, телепортер. Лаутхорн. Чё купил? Стол? Круто. Романтичный. Свечи зажжёшь? Романтичный стол. Идеально. Зачем вы очистили этот уголок? Чтобы тут было просторно? Идеально для фонариков. Для всех фонариков. Для всех фонариков. Ты... Так. Что еще? Не знаю. Что там есть? Можно рации, но мы в основном не пользуемся. Да. Ну как? Можем пользоваться. Иногда. Так что две штучки можно купить, даже три. Чего? Фонарики? Воки-токи. Радио. Воки-токи? А, воки-токи или который надпись? Я. Не, воки-токи, который воки-токи. Радио. Рацию. Так, я заказал две рации. Окей. Ждите. Падают.
Эх. Тихая домашняя обстановочка. Фонарик. Все, что нужно. Так, все тут? Заходите. Нет. Сереги нету. Серега. Идем, китайцы. Да. Улетаем. Все взяли. Да. Она в тени так спряталась, что я не видно было. Ну и чё? До встречи. Куда ты? Ой. Фух. Втянуло. А ты сам дверь открыл или дверь открылась? Это я открывал. Андрюха открыл. Я слишком добрый. Е-е-е, танцуем. $15 дали. Выполнили норму. Что-то я все пропустил. Так, что у нас? Дали. Стан-граната, скидка 60%. Покупай на все деньги. Стан-гранаты? Да, стан-гранаты. Да, хотя бы трупы будет не жалко пускать расход. Сколько? Три тогда? На все не деньги. Знаю. Сколько? На все? 6, 8. Ну давай, закидаем этот угол этими гранатами. Каждый возьмет по гранате в этот следующий заход. Готово. Так, куда мы приземляемся? На компанию? Да. Зачем? Да. Я случайно. Так, наверное, надо теперь забрать, иначе посылки прилетят не туда. Да. А вот день пропустится? Нет. Кто такие? Лопатой хочешь? У каждого 3 слота, так что давайте забираем все. Как все? Ну, все, что прилетит. А ничего не летит. Походу мы опять встретились с этим багом. Может быть, помнишь, она же тоже не всегда прилетает в обычных. О, летит. Надо всегда подождать. Летит, летит. Не, был один раз, когда мы пришли на сверху. Еще тут граната. У меня вот тут. Я 3 взял. Я 3 взял. Сергей. Одну. Вот тут иди ко мне. Вот она. Больше нету? Больше нету. 8 гранат. Я думаю, 3. Так, фонарик и граната. Все, что нужно. Серега, ты на пол накидал. Выбирай луну. Так, ну чё, поплаваем? Нет. Как? Нет. Нет. Ну тогда в туман. Нет. Давай. Ну тогда Ассуранс. Давай Ассуранс, пускай будет Ассуранс. И так тут сурово. А, не можем. Так, поменял, поменял. Территориальное поведение. Так, лопата. Какое поведение? Территориальное. Гранату я не беру, сразу говорю. Ах, ну ладно. Я взял. Я взял. Выгружаемся. Куда идти? Да, сзади корабля. Убежали, бросили, я даже не знаю, куда идти. Сергей, сюда. Ну я уже понял, что сюда. Как ты рассмотрел твою? Я не рассмотрел. Я просто иду по памяти. Может быть, неправильно. Нам еще возвращаться здесь. О, кто-то уже первее всех. Ну что? Кто тут? Что? Так. Сергей, что ты там? Не можешь взять? Все взял. Вынеси это на вход. Не, давай сначала здесь. О, еще. Ну все, теперь у тебя 3 предмета, выноси.
Больше тут ничего нет. Можно, конечно, спрыгнуть в яму. Но тут хоть какое-то освещение. Денис? Он, по-моему, налёг. Ну да. Но я просто проверяю. Колокольчик. О, слышу чей-то фонарик. Слышишь чей-то фонарик? Опа, молодец. Классно прыгнул. Ага. А чё ты здесь-то не обходил? Тут же дохрена ещё всего. Ну, я решил... А, инвентарь полон. Хорошо. Задачка для меня. Так, большой болт. Сергей. Андрей. Хорошо. О, слышу тебя еще лучше. Я Андрей. Я тут. Я О, все... вообще шикарно тебя слышу. Но я почему-то Сергея слышу. Все, я тебя не слышу, ты за стеной. Да, и там нету подхода к тебе. Ну понятно. Сергей, ты мне нужен. Сергей. Зачем тебе нужен, Сергей? Андрей, а Денис тебе не нужен? Денис мне нужен с лопатой. Я, короче, много-много всяких вещей тут накидал. Че ты, короче? Видишь, сколько я тут вещей натаскал? Молодец. И у меня есть граната. Ну, я думаю, у меня есть граната и два ключа. Пошли вы ее искать дальше. Где Серега! Да. Можешь носить вещи. Мы там хлама всякого затаскали. Ты туда прыгал? Я нет. Так, тут серверная. Присядь. Да, я уже. И главное, что тут ничего нет. Отстой. Вот с прыжком обратно у меня проблемы. На, ну тут проще, тут по прямой. Да. Так, куда ну, тут? Чё, куда? Ну, по коридорам. Ну, мы-то здесь все коридоры обошли. Прям все? Вот тут можно пройтись, прыгнуть в смысле. Туда мы не прыгали. Я не знаю, что там, есть что, есть что. Там жук-тусовщик. Будешь Вижу. Я... О! Ну, ну, если что, у меня есть граната. Если у меня? Будет бычить... Так, походу придется нам бычить на него. Да. Так. Страшно. Это ты говоришь или это жук говорит? Ну, я молчал. Про темноту. Нет, это он говорил. Понятно. Я молчал, я в лучшем случае сказал так. Ну, он сказал, я видел, какая там темнота твоим голосом. Ладно, он пошел наверх, а я пойду вперед. Закрыт, у тебя, говорил, ключи есть. Да, море ключей. О, наконец-таки Сергей начал. Мина? А, Серега. Да, Серега. Я уже думал, я мину узрел красненьким. Так, нет, надо к жуку-тусовщику идти. Направо, значит, да?
А ну, блин, он поднимается на свое место. Если разозлиться, у него то пиво. Говори. Пиво? Не, пиво не отдашь. Хочешь отнять у него? Хочу. Если мы отнимем его, то... Все, иди, иди воюй. Сзади тебя. Да все, повоевал. Я красный. Ложка тут еще. О. Да, да давай. Ты все-таки с этой... Че, на выход? На выход. Ладно. А где он тут? Ну, наверное, там. Наверное. А мы где, на марче? Ложка тут еще. О, там кто-то говорил. Ты говорил. Я спросил, а мы где, на марче? Нет, там вот кто-то говорил, явно не ты. Так, наверное, надо выходить через выход. А, мы на Сорнис. Тут смотри, раз, 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 и можно здесь. Круто. У меня не получалось раньше. Идем. Да, нам, идем. По идее, до конца труп. Угу. 6 часов. Смотрим вниз, обычно тут собаки. Вижу главный вход. Сергей только один раз принес, а потом стоял на месте. Будем надеяться, что он просто не ходил никуда больше. Смотри, вещи валяются. Значит, он не дошел. Ты хочешь вниз спрыгнуть? Да, я спрыгнул вниз, даже не покосился. О. Я тут просто парочку предметов-то возьму. Ну, возьми. А, кстати, а зачем мы сюда-то вышли? А нам куда вообще? Нам... Где корабль-то? Я забыл. Ну, если мы дошли до главного выхода, то мы сможем выйти. Давай, спускайся. А где ты говоришь, что вещи? Вниз спускаться? А я... Вот главный вход, видел? Спускайся. Видел. Ну, я рядом. Ну, погнали. Фух, надо было громких дудок заказывать. Слишком легко в этих ущельях заблудиться. И почему-то... Все вещи подобрали. Все вещи подобрали. Да, возвращайся. Возвращайся. А ты где? Он на, по дороге, видишь? А, вижу корабль. Да. Сергей там пытался скалолаза, что ли, строить. А никого нет. Сейчас такой червяк, такой рам, и все. Ну, классика, да. Или не Сергей, а маска. Так, свет. Включите свет. Я же немного его прошу. Да Серега пультом балуется. Граната. Будем. Граната! Спокойно. Я ей воспользовался. Я ее взял и я ее использовал. Все, что запускаемся. Вы гранату использовали, как? Да, да. Благодаря этому я забил жука почти без повреждений. Ну ты был морально не готов к тому, что я ее запущу. Это у тебя граната использованная? Да. Так зачем ты ее взял? Да просто. Есть, можно оставить. Я такой, типа, что там? Сколько она стоит? Да не сколько она стоит. Хотя, кто знает, может, сколько-то и стоит. 442 набрали. Прям. Да. О, я снова эмплой. У меня этот лидер наполовину прокачан. Так, давай-ка нас на марч какой-нибудь. Есть там что-нибудь хорошее? Ой, погоди, погоди. Что я делаю-то? Я просто еще возился, что не знаю, выйдете вы или нет. На марче туман. Я выбирал самые дорогие вещи, чтобы сюда лезть. А, ну ладно. Мы можем на офенс лететь. Давай. В принципе, там, где мы только что были. Но... Нет, мы я были. Не знаю. Мы были на Ассуранс. Да. Что одна фигня, что та фигня. Что опять свет вырубили? Сергей. Какой пульт. Продадим в следующий раз тебя я вместе с пультом. Ваши добрые действия. Так, я возьму гранату. Мне с ней надежно. Я взял. Оп. Вот, тут вроде бы лучше. Знаю, где идти.
Вопрос, можно ли тут по вот этим скалам забраться вперед, Сергей? Не знаю. Вот тут вот так вот идешь, Вот так вот идешь, Нифига. Видимо, нельзя. Видимо, нельзя там залезть, срезать. Спуститься можно. Когда выходите, будете по правой стеночке идете и спрыгиваете. О, моя тень. Какая твоя тень? Нам нужны деньги. Ресурсы. О, что-то есть. Ключик есть. Ключик? И слизь. Если дверь не открыта, она вроде бы не пройдет. Давай закроем это, а потом подумаем. Она вроде оттуда и вылезла. Ну и все. Можно, конечно, прыгнуть. Я могу прыгнуть. Прыгай. Так, тут пар, тут какие-то коридоры. Мин. О, господи, миллион мин. Да. И слизь, которая может вырваться. А! А что? Да, а это было страшно. А что это? Я не знаю, оно что-то прям... Мне показалось, что это был паук. Я, конечно, могу ошибаться. Ну как-то мне так туф, туф и все. Да. За... Да. Причем да. Тебя и меня, что ли? Я не понял, как да. это? Одновременно. А может, это мины взорвались? Не, на нас что-то набежало. Я слышал топот. А я топота не слышал. Я вот... Я слышал. Шипение пара. Ну что ж. Шипение пара я тоже слышал. Откуда Сергей? Что-то очень быстрое было. Сергей, я предположил, что это Баракин мог быть, но нет. Может быть... Хотя нет, может быть и да. Просто Баракин обычно одного убивает. А может быть там солдатик нас там затоптал? Мне показалось, что с дробовика так, ну как бы. Ну нет, мне кажется, что нет. А фиг, а это пар? Впереди черный ход. Да, черный ход, но там пар, и как бы Сергей, то есть вообще ничего не видит в этом пару. Сергей сейчас умрет. Сначала за нами, нарвется на слизь. У! Вот что нас убило. Выночник, да? Слишком давно его не видели. Видел его Сергей? Это было? Пружиночник. Вот почему нас так быстро убили. Мы слишком давно его не встречали. Да. Вот почему это он так. Это было прям красиво. Да, в пару тем более. Ну, мы видели, как он так тук-тук-тук тебе через пропасть. Стоп, он в пару был? Нет, он был там, куда ты потом пошел. Я снова пати-тиммер. Это было жестко. Неприятно говорить, но у нас еще один день только остался, чтобы быть необходимым ходом. К счастью, квота небольшая. К счастью. Ну, на марч тогда, либо на экспериментейшн. Давай на марч. С гранатой пойду. Счастье найду. Сергей, может, тогда... можешь взять ключ. Я останусь здесь. Ну ладно. Какой я могу взять воки-токи тогда. А, если Серега останется здесь. Ну. Не остаться? Как хочешь. Можешь остаться. Открывай двери. Я останусь. Открывай двери. Открывай дверь, отключай турели. Не включай вот воки-токи, пока не дойдешь до внутрь. Хорошо? Только больше энергии нужно. Ладно. У нас нету лопаты, есть только граната. Она нас даст на отсрочку жизни. В прошлый раз... Главное мне не долбануть об клавиатуру мышкой. Звучало странно. Ну, вспомни... Сколько мне это бед принесло. То Женю ударю, то гранату запущу раньше времени. Улей. Интересно, ой, если... не хочешь с ульем разобраться? С ульем. Может быть, потом. Когда выйдем. Побегаем сперва внутри. Прием. А. Да. Ох уж этот... Топотушка. Какая-то потушка. Да я про пружинка. Я уже даже забыл, что он существует. А он так жестко о себе напомнил. Да?
Так. Ну нет, здесь ничего интересного. Ты где? Я здесь. Мне Серега просто сказал, что там что-то зеленое было. У главного входа. Ну, может, ты что-то интересное нашел все-таки? Не. Он сказал, что там не треугольник. Зеленый предмет? Ну че вот, он рюха? Рыба, рыба. Пластиковая рыба. Так, тут черный выход. И бутылочки. По факту я уже загружен. Но я еще нет. Мне бы надо загрузиться. Что это, Сергей? Что? Говорит направо. Андрюх. Направо? А ты она где? Я тут, вон я рядом с тобой. А, сюда направо. Еще правее, еще правее. Налево. И? Тут нет нифига. Он говорит, рядом монстр бегает мелкий. Ключик. Это монстр. Андрей, ключ есть? Там валялся. Чуть раньше. Вернись назад. Погоди, Андрей, не ходи туда. А, да, надо было. О, конфетка. О, конфетка. Пошли за ключом. Вот он. Че? Ключ, ключ, ключ. Вот он, вот где? Он, вот он. Там, скорее всего, будет аппаратус. Ну, ну давай. Так, куда, что вы? Что давай? ХЗ. Ой. Я сказал Сереге, давай, а он что-то не это самое. Так, заходим. Там какой-то... А, турель. Это... Турель, он отключает ее? Во-во-во. Сейчас, погоди. Серега, тут турель, она отключена? Да нет. Она будет выглядеть как отключена. Она как тю, так потухнет. Не стой рядом с ней. Там чё? Есть? А, отключена турель. Нет. Ну, давай. Вот, вот всё. Теперь она отключена. Всё, на 3 отлично. Секунды. Нет, 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 Денис, там ничего нет. Ну или я не видел, где это и что. Там есть что-то? Ладно, пошли в большое помещение. Вот оно, стой, стой, Денис, Денис, назад, назад. Возвращаться? Вот оно, большое помещение. Чё? Вот оно, большое помещение. Иди сюда. Я вошел. Направо. Вышел. Сюда? Иду. По левой? Или по правой? Вот здесь, вот это. Где вы там? Здесь, здесь. Большая дверь где была. О, вот, пластиковая рыба, я вижу. Иди сюда. Андрей нашел. У меня места нет. Надо уходить. Там в большом помещении. Нашли. Там уходить надо. Выведи нас. Он там фиг что увидит. Идем на свет. Черный выход, Денис. Черный ход? Вышли через черный. Мы на главном выходе оставляли что-то? Не помню. Так, бабуин этот долбанный. Вот и главный вход. Осторожно, там улей. Ага. Пускай... Ничего нету главного. Может, вещички сбросить, Сергей выйдет к нам, а я за ульем попробую побегать?
А как же бабуин тот гребаный? Да он один. Это гигант? А ну пошел! Пошел вон! Бабуин это бабуин. Я не знаю, что ты называешь бабуином. Да вот эта птица прыгающая. Ну что ж. Да, это как Андрей их называет, бабуины. Много у нас набрано-то? Стой. Сколько у нас? Хватит нам денег? Или сбегать за ульем? Я побежал. Тут гигант ходит, какой да? Улей? Ну что делать? Он за тобой. Понятно. Меня не берут. Денис такой, понятно. А ну пошел прочь. Ты наркоман. Андрей. Что? Беги в дом. Давай, я сейчас отвлеку, а ты хват. Моё. Надо немножко подождать, чтобы эти твари улетели куда-нибудь. Фух. И чтобы никто ко мне не пришел, никто не меня не убил. Черт. Спокойствие, спокойствие. Четкий размеренный план. Где Денис? Нет. От чего он умер? Учитывая по размеру точки. А? Полагаю, что собака, учитывая по размеру точки, которая его грызла. А гиганта слишком маленькая. Может быть, пчелы? Потому что собак я там не видел. По-моему, они его таскали. Может, кстати, пчелы. Пчелы меня убили, а бабуин меня таскал. Ну ладно. Я еще Сереге так крикнул. Я умираю. Ну, надеюсь. Надеюсь, наша жертва прошла не зря. В принципе... От 4 монет, даже если мы все потеряем. Улей я принес. Ну, в смысле, от 4 монет. 258. Улей это сотня. Что-то у нас последние 2 дня идут. Ну, разминаемся. Что ты хочешь? Надо же научиться кидать гранаты. Надо лопаты покупать и все. И все будет. Ага. Учитывая, что я... Еще что-нибудь есть? Что-то должно быть, наверное. Сергей, есть еще что-нибудь? Ключ. Нет, ключ мы не отдадим. Ну тогда все, звоним.
Так, нам придут деньги. Что будем покупать? Лопаты? Не знаю, посмотрим. Выживем ли мы вообще? А, думаешь, там мало слишком? 255. 200... А, нормально, нормально. Достигли. Отлично. Наш улей не зря пришел, сотенка вот эта. Слушай, я предлагаю, если вдруг мы на следующую квоту наберем раньше, угу, мы можем пораньше слетать на... А, и сгрузить ее подешевле? Да. Ну, да. Подешевле сгрузится, учти. Ну, чтобы совсем не терять. Угу, ну, понимаю. Да, если хотите, я могу на корабле остаться. Если тем более полет сюда не тратит день, то да, слетать можно. Так, ну, все. А, покупать будем что-нибудь? Лопаты. Давай, купи лопаты. И лампочку. Сколько? Ну, две лопаты, два фонарика. Так, давайте я сначала посмотрю, какие скидки у нас. Угу. В Оки-Токи 50% скидка. Одну штучку можно. У нас только одна осталась. Одну, ты, грубо говоря, пустил расход вместе со своим телом. Сколько флешлайтов? Две. Две. Как минимум запас. Фонарики нужны. Готово. Запас. А лопаты ты купил? Да, одну. Вроде как. Так две надо, чтобы тоже запас был. Ну или две. Сейчас посмотрим, сколько прилетит. Что-то вывалилось. Фонарик. Фонарик, лопата. Оки-токи. Значит, два фонарика, да? Одна лопата. А сколько в оки-токи? Один вывалил? Один. Не один. Значит, нужно еще одну лопату. Давай. Заказано. Да. Денис. А? Знаешь, когда я побежал за этим самым? За кем? Ну, за ульем. Как бы я вперед-то вырвался. И тут ты мне такой спереди такой говоришь: понятно. Я такой, думал, это ты сказал, типа, что понятно, ты там хочешь умереть. А потом понимаешь, это бабуин, который там прыгал. Да. Так, запускай нас. Вперед к приключениям! Куда ты там пошел? Куда ты там пошел? Да я на нос корабля вышел. Так. Ну что? Какие планеты? Или... А, у нас час уже, надо закончить серию. Да? Точно, да? Точно. Да? Мы достигли очередной квоты. Что-то 370, это даже многовато дали. Фу. Ну да, да. Не забудьте поставить лайки за наши страдания. Написать мне, комментарий. Денису, Сергею привет. Вот ему. Ему привет передавать. Да. Локи. Ему. 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 А на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо, всем пока. Всем пока. Всем пока.